Глава Заречного выступил с докладом перед городской общественностью, в котором озвучил основные социально-экономические показатели жизни города за последние 5 лет. Олег Калиманов подробно остановился на вопросах демографии. Рождаемость выросла, количество населения год от года становится больше. Конечно, у нас на сегодняшний день пока мы не достигли того результата, когда рождаемость будет превышать смертность, но мы растем за счет миграционных процессов. К нам приезжает людей больше, чем от нас уезжает. За эти же 5 лет у нас на 8% увеличилось количество пенсионеров. Ну, здесь можно приводить различные причины, но я, наверное, скажу, что это результат того, что продолжительность жизни у нас с вами каждый год увеличивается. В настоящее время в Заречном проживает почти 20 тысяч пенсионеров. Численность занятого населения составляет около 34 тысяч человек. В докладе главы города были представлены данные о росте промышленного производства, развитии малого и среднего бизнеса. Особое внимание было уделено итогам работы по созданию в Заречном территории опережающего социально-экономического развития. Главными целями нашей предстоящей деятельности является привлечение инвестиций, инвесторов, которые будут создавать новые высокотехнологичные производства, которые будут привлекать инвестиции, создавать рабочие места, увеличивать доходную часть бюджета. И инструментом для достижения этих результатов мы, конечно же, видим создание территории опережающего социально-экономического развития. Глава города доложил и о том, что за последние 5 лет было сделано в сфере строительства. В Заречном возведено несколько социально значимых объектов. Ведутся работы по благоустройству городских и внутриквартальных территорий, капитальному ремонту дорог. Увеличивается и жилой фонд. Причем часть квартир в новостройках распределяется по социальной очереди. У нас улучшили свои условия 645 семей. Из них по договорам социального найма 59 и 586 семей – это по различным социальным программам. Молодая семья и прочее. И причем это без учета тех 145 семей, которые у нас уже в начале этого года получили свои квартиры по социальной очереди в связи с тем, что мы ввели новый дом. Отдельная часть доклада была посвящена городскому бюджету и повышению эффективности использования муниципального имущества. Олег Климанов рассказал о работе в области социальной поддержки населения. В завершении доклада глава города ответил на вопросы представителей городского сообщества. Заключительное слово было предоставлено первому заместителю председателя правительства Пензенской области Андрею Кулинцеву. Региональный чиновник отметил необходимость взаимодействия города и области при решении общих задач. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».